Привет, бандиты! Специально для вас игрульки по самым дешевым ценам, а с промокодом ВИГИ еще дешевле, ссылочка в описании. Как же мы, ребята, хорошо поспали. Надо бы поесть, я вот вот что вам скажу. Что у нас есть? Давай колбасочку. Ешь колбасочку, а я еще сейчас залезу в опции и поставлю инвентарь все-таки на таб. Потому что задание на таб каждый раз тыкать. Вот у меня... Я серьезно, я все время пытаюсь... Управление. Выставил я все на ультры. Но все-таки что-то оставил для того, чтобы игра не ломалась. Так. Где тут у нас вообще на что? На ще. На ще она хочет. Меню выбора модели. Не. Ладно. Пускай будет меню выбора модели. Так уж и быть. Так, рюкзак. Так, пожалуйста. Спасибо. О, идеально. Так, кто-то мне там написал тюня КС, АКМ фигня, ну не знаю, ребят. Пока что. Я ни хрена не вижу, как и вы явно. Так-то лучше. Сколько у нас там времени? У нас там все дождь и 8 утра, но по факту ни хрена не видно. Ладно, хрен с ним. Я думаю, что это найдем. Так, а что у нас есть вообще? Пистолет есть, дробь есть, все замечательно. Все, мы в тот раз все, ребята, сделали. Оружие поэтому... прибери, да, дружище. Да. Хорошо, приберу так уж. Ну, вообще, давай, прибирай полностью. Ну, здорово. Да, привет. В общем, сегодня, ребята, мы пойдем по основному заданию, а именно вот сюда. Так, и куда она нас, простите, телепортанет? Это у нас, я так понял, тайники, которые мы нашли. Ну да ладно. Нам туда. Обрез у нас, значит, 50 пуль. Тут у нас 66. В принципе, все замечательно. Я вот считаю, это замечательно. Ох ты, блин, гроза, молния у нас тут. Беззвучно, нет, звуки есть, смотри-ка. Так, ну да ладно, ребята. Тихим ходом мы идем. Если АКС брать, напиши, пожалуйста, чем Жун лучше. Пока что вот реально АКМ, насколько я всегда знаю, он мне всегда... нравился вообще в любых играх. Он действительно такой приятный, кап. Короче, идем. Так. Сейчас что-то тут. Простите меня, извините. А куда нам? Найти документы по изучению аномальных преобразованиях. Подземно-научном комплексе. Подземно-научный комплекс. Вот это вход, что ли? На кордон. Вход в подземку. Неужели мне отсюда реально нужно идти? Подождите. Может, тут где вход? Так. Минуточку. Вот это, походу. Вот, слушайте. Так, убери эту хрень. Что-то дует оттуда, ребят. Давайте сорванемся. Мне уже сыкотно, ребят. Куда это загружает? Что вы тут придумали? Куда это подземелье ведет? Я ненавижу подземелье. Господи, тут уже хреначит радиации. Валим отсюда. Солдат. Знаете, сейчас там жопа будет. С одной стороны радиация нас хреначит. С другой стороны... Идут, Петя. Блин, так бесшумно их убивает. Ай, тихо. Фу ты, блин. Так, ладно. Ну, перевязывайся, давай, перевязывайся. Бинты, хорошо. Так, ребят, зомби это, конечно, хорошо, но нас действительно нехило излучает, облучает радиация. От радиации у нас что-нибудь есть? Химзащита, радиация... Так. Угу. Простите, а сколько ты даешь радиации? Минус 45? Ого. Надену-ка я тебе, парень, назад. Похожу-ка я лучше с тобой. Так, радиация тут она. Аж на вот так. Вот тут, кстати, радиация десятка, но и при этом она выводит. Ну, выводить, если что, мы будем потом. Согласитесь, так, вдруг. Все как надо. Музыка какая-то играет. Пули есть.
Так, уважаемый. Все ли я взял? Тихо. Знаете что, я конечно, все понимаю, но у нас так-то уже пуль нет. Вот в чем хреново АКМ. На него пуль, блин, не напасешься, серьезно. Вот это на что? АКС. Все, парень, как ты хотел. Твой любимый АКС. Только довольно маленький, укороченный. Так. Вон еще парни идут. Слушайте, глушак-то реально дело знает. Тихо так, спокойненько стреляет. Радиация нас хреначит, конечно, потихо. Сейчас мы аптечку сожрем. Надеюсь, поможет. Если что, у нас там на что? Антиладин на F3. Ага, хорошо, все, погнали дальше. 10 пуль у нас есть. Ой, блин, ты еще живой, Василий. Ну, полежи, пожалуйста, полежи. Как же она тут хреначит? Бизон. Замечательно, люблю бизон. У меня 2 пули осталось, ребят. Вы сами понимаете, надо менять. Перезаряжай. Сколько у меня тут всего напасется-то? 11. О, господи! Это что прилетело по мне такое? Парень, ты что там, с дробишки хреначил? Вот у меня пуля осталась. Ладно. Так, ну, на нож мы явно не пойдем, согласитесь. Бизон. Люблю бизон. Вот на бизончик у нас пулик-то напасется сегодня. Это уж точно, поверьте, я вам гарантирую. Вот еще молодой идет. Молодой, кстати, весьма крепкий, я вам скажу. Сейчас используем бинтик. Траханчик, похилимся. Бизон, знаете, такая вещь. Предсказуемо интересно. Нет, ты отдай. Я как бы сейчас еврея, мне все надо. Вон они идут. Фонарь. Вот, понимаете, фонарик. Фонарик, он светит. Светит им глаза. Многие, кстати, я раньше смотрел прохождение сталкеров. Не думаю, то, что фонарь для них вещь заметная. То есть они видят наш фонарь в темноте. Поэтому на нас реагируют. Если его выключу, я, соответственно, буду менее заметный. Но если я его выключу, опять же, вы ни хрена не увидите, так как на записи все весьма хреново. Блин, ну пули уходят. Мама, не горюй. А подходить я к ним не хочу. Аптечки будут чуть больше уходить. Не, ну так-то дробинушка у нас есть, никто не жалуется. О, ты еще живой. А вон еще один Петя. Будем как Чак Норрис идти и стрелять одновременно. Ой, знаете, я вот сейчас сейванусь. Просто на всякий случай, потому что надо, давно не сохранялись, согласитесь. А еще я заметил, что я сейчас подохну. И это будет тоже не очень хорошо. Бизончик-то ты отдай. А перевес-то у нас такой уже, знаете, стабильненький. Антиладинчик. Еще кто-то есть. Да чтоб вас всех, а. Ладно, кажется. Опа, коробочка. Удиви меня, что в ней? Аптечка, слава яйцам. О, господи. Дядя, ты что делаешь? Блять, это что такое? Это что за Counter-Strike? Окей, ладно. Первый раз в сталкере я вижу, чтобы зомби спускались. Вот так вот. Так, вот я пробежал, вот я уже устал. Быстро, быстро. Носим мы с вами очень много всякого лишненького. Что поделать? Сейчас все сожрем. Все, что нужно, все сожрем. Все сожрем. Вот он сейчас спускаться будет, сволочь. Ну где ты там? В экзоскелете, а, гуляет? Иди сюда. Скоро будет спускаться. Успеем ящик пока возломать. Аптечку мне дай. Ну и где ты там, Петрович? Ну привет. Просто. Коля Железячкин. Ну охуеть, бля, Железячкин, а. Тихо. Железячкин. Ты это. Да сколько вас там, господи, они все лезут и лезут. Ты там вообще адекватный?
Ребят, вы меня, конечно, извините, но реально вижу первый, чтобы зомби вот так вот ползли. Мало того, что это зомби, я еще не видел реально сталкеров, чтобы они ползали по лестницам. Именно поэтому у них такая кривая падение-анимация. Бля, пацаны крепкие. Аптечки, блин, уходят у меня как дурные. К сожалению, ран, конечно, дело хорошее, только радиация у нас. Сойванемся прямо на лестнице сейчас, чтобы вылезем, а нам в лобышник. Херясь. Есть кто? Блять, идет. Ладно, ладно, хорошо. Тут ни хрена себе радиация. Вы и сквозь забор, извините меня, еще проходите. Да ладно. Ну, мужики, ну вы чего? Ну, не серьезно же. Ну, какой клин? Да ладно. Какой клин? Это еще же... Вот он проходит. Это я поломал или что это? Привязывайся. О, тяжко-то как. Сколько вас сюда пацанов завезло-то, а? У меня вообще есть что-нибудь еще? У меня еще три аптечки. Ладно, ладно, заюзаем. Заюзаем! Фигню какой-то тут хреначит. Пулька, конечно, дело хорошее. О, минуточку. Так, в дело вступает битва молодого человека. У нас так-то тут... Ну, слушайте, ну да хрена, чё? Вот так вот мы сейчас походим. Я серьезно должен тут идти? А там, кстати, враги на карте обозначаются. Ох, я еврей какой! А сколько я тащу на себя? Сколько я на себе тащу? Бог ты мой. На хп это-то понижается. Ладно, нам надо что-то более точное. Это наш. Это ведь наш. Так, ладно, АКМ. Пульки на тебе я насобирал. Точнее, не АКМ. АКС-74. Вон идет дядька. Нет, он еще живой. Вот теперь он не живой. Вашу ж мать, а? Ладно, ладно. Погнали. А, да? То есть тут настолько все хреново, да? Понял, понял. Мало того, что тут зомбяки. Кстати, не приметил. Это нам так... Спасибо, господи. Аптечек подкинули. Документики-то возьмешь? Документики-то он возьмет. Хорошо, хорошо. Ладно. Молодых надо на себя просто элементарно нагреть. А потом просто все тихо обыскать и зачекать. Я вот так считаю. Ну что, молодые, кажется, вы там скопытились. Мы сойванемся так-то. И достанем наш предмет зарабатывания денег. Вы не говорите, что он там. Вот он здесь. И как, извините меня, а? Вот так вот. Да ладно, Коля, ну ты чего? А, Артёмка. Ой. Видите, как все прорисовывается? Все как бы не понарошку. Ладно, хорошо, мы почти подошли, почти ее взяли. Вот она лежит. Главное, в воду в эту не становиться. Колобок! Колобок! Спасибо тебе, колобок! Знаете, что сейчас? Я сейчас сдохну. Я только сейчас это приметил. Надо срочно одевать мою мегахрень. У них тут, кстати, две. Так, ладно. Все, вставай, пошли дальше. А тут у нас еще одна. Тут у нас еще пацаны с АКМами. Чувствую, это еще далеко не финальный бой. Но я тащу уже просто нереальное какое-то количество предметов на себе.
Главное это все на самом деле продать. Соточку! Все, несу центнер, все! Приплыли, у меня перегруз. Так, хорошо. Вот там у нас есть еще фигня. Сливанемся. Сливанемся. Ну и где же тебя черти носят? А вот эту, кажись, я уже не заберу. Вон она аж там. Так, хорошо, там аномалия. Там прям конкретно аномалия. Слишком далеко пошли по воде, поэтому мы еще можем ходить. Как больно-то, как, а? Больно! Не смешно, серьезно, больно. Так, ладно, вот, вот так вот, писечка, писечка. Давай, 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 давай. Забери это говно. Да ты чё, серьезно? Просто сейчас туда-обратно быстро слиняем. По-быренькому. Как крутой Скайуокер. Давай, Скайуокера включаем. Живи, господи, живи, мне это аномалия. Смотрите, как у меня ХП уходит. Вы только посмотрите, как у меня ХП уходит. Да, в смысле я не могу тут подняться? Вот, хорошо, все, ХП восстанавливается. Бог ты мой, какая там она дичайшая была. Я не знаю, что я взял, я какое-то говно взял. Я его не взял! Да пошел ты! Пошла эта игра, господи, я его не подобрал. Надо аптечку сразу дают. Вот прям сразу, чтобы она мне ХП восстанавливала инстантно. Так, попытка номер два. Так, хорошо, хорошо. Бабки, бабки, это же бабки, ребята. Не будем мы просто так отпускать наши бабки. Господи, кто сюда этой кислоты понахреначил? Да ну его нахрен, а мне жизнь дорого. Сколько я тут с ней дрочить буду? Слушай, ну это уже дело принципа пошло, а? Каким хером тебя достать-то можно? У меня есть доля секунды, и я дохну. У меня не та защита, ребят. У меня просто не та защита. Вот. Что хотите, то и делайте. Все, пошли вон отсюда. Ну тебя нахрен, а. Что тут сделать должен? Колобок. Драгбинка, это хорошо. Аптечки, это тоже хорошо. Тут ничего не юзается. Там, кстати, он молодой идет. Прям на ходу перезаряжаем. А чё нет? Ай! Куда я, блядь, слез? Сука, я идиот, а, ребят, извините. Что за ямакаси сейчас было? Так, воды. Тут вентили, вентили. Мне такое ощущение, что это должен был что-то зачекать. Что-то включить. Но что-то оно не включается. А значит не включается, значит не хочет, чтобы оно включалось. Валяйся, пожалуйста. Он куда-то исчез? Нет, вон он еще валяется. Все. Откинул копытца свои. Перезарядочка, аптечечка. Ой, тяжко-то как тяжко, а? Сделаем автосейв. Нет тут больше никакой хрени-то. Есть, да, они в каждом баке есть, серьезно, вон они в каждом баке есть. Бери, забирай. Ну вот, стоило мне сейчас сюда слезть, я коню отдам. Так, хорошо, одна есть, и вот там вторая есть в баке. Все-таки это мои бабки. А, стоп, это, нет, это уже не та. Или тут такая же сейчас будет? Неубиваемая. По-моему, это вообще с другой стороны было. Ну, блин, ребят, мы хотим экзоскелет или не хотим? Хотим мы экзоскелет, да. Где она где-то тут валяется? Где-то она с этой стороны валяется. О, вот тут спускаться надо.
Вот прям под нами. Вон она. Бери, забирай. Ясно, ясно. Без севы? Без севы! Сюда вот вообще никак, даже вот не пытайтесь сюда залезть, серьезно. Куда вообще идти? Я потерялся. Что у тебя было? Дай сюда, мне же перегруз жесткий. Все, я не могу двигаться, я обосрался. Я не знаю, вот это вот говно. Иди вон отсюда. Сколько я могу максимум тянуть? 110 килограмм, походу, я могу максимум тянуть. Так, надеюсь, я не отсюда пришел. Да ты чё, серьезно что ли? Господи. Не хватало мне еще тут застрять. Санька, достань болты, не тупи, не твори хрень. Да, конечно, знаешь, у меня болты есть. Ой, они. Повсюду. Ядовитая кислотная хрень. Если мне за эту хрень заплатят меньше 20 тысяч, даже не думайте, я в жизни больше для долга ни хрена делать не буду. Все. Серьезно. О, господи. У меня есть кофе. Хоть что-нибудь кофеиновое. Водка есть. Хуяч водку. Давай, пацан, за тебя. Только не спрашивайте мне, зачем я это сделал. Просто надо. Надо. И все тут. Рабинушка-то моя родненькая. Пулечки на тебя есть. Надо аптечку заюзать. Меня что-то убивает. Что-то не очень хорошее меня убивает. Максимальный переносимый вес, кстати, верните мне назад. Где моя кожа? Кожух мой где? Кожух на мне. Это еще с кожухом бегаю. Нет, на него все еще две пули. Что самое печальное. Да, бизона. Бизона возьмем, у него денег много. Вот это у нас там что заныкано такое? Заныкать от меня хотели. Эх ты, хитрая. Минуточку, сейчас все будет. Вот, аптечка. Господи, я заюзал аптечку. Ладно, как взял, так и всрал. Все. Больше жить буду. Блять. Где ты нахрен отсюда? Я-то думаю, кто там пердит? Дверь заперта. Это кровосос. Тихо, 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 тихо. Тозик, тозик, тозик. Нет, он все еще живой, ему похуй. Да ладно! Я ненавижу подземелье. Да вашу мать, а! Это все клинит, все клинит. Сейчас я покажу ему, где он ночует. Ну? И где ты, молодой? Идет, идет, идет. Хорошо пошло. Хорошо пошло-то, а? Тот и оно. Так, лады, тут у нас миллиард электрошокеров. Что случилось? Что это за хрень? Что это? А, это я так по-мастерски решил его, ребят, не обращайте внимания, порезать на кусочки. Ладно, что у нас тут? Ни хрена у нас тут. Ой. Не, ну все-таки что-то скорострельное это мы возьмем. Ладно, так уж и быть. Давай с тобой пока побегаем. Опять мне тут радиация хуячит. Это просто уходит у меня. Да ну тебя нахрен, а! Так, а сюда я никак, да? Ну, ты и спрашивается, нахрена сюда прошел? Ой, все сегодня против меня. А-а-а! Где мои болты? Тут придется с болтами, тут без болтов никак. Пока
пока что врагов я тут не увидел. Это не бинокль, а болты достань. Болты. Вот, спасибо, спасибо, что ты достал болты. Да тут повсюду. А, не, вот тут хочешь сказать, да? Ой. Сколько я сегодня аптечек послала? Сколько я сегодня вхерачил аптечек? Миллион, наверное. Надеюсь, мне это воздастся. Лови, подавись. С ножом такие вылазим. О! И ради этого говна я сюда пришел. Только не говори мне, что мне теперь отсюда придется идти назад. Мать твою. Они там знаете, кого заспамили? Вы знаете, кого они там заспамили? Да, ребята. Мне сейчас придется идти назад. Сквозь... Ножом! Ножом, блядь, я зарежу. Иди сюда. Ножичком. Ножичком тебя. Ножичком мы тебя сейчас отхуярчим. Да, ребята, нам надо теперь еще идти назад. Я, конечно... У меня печка нет. Просто вот. Легко и просто. Вот как хотите, все. Вызвали еще эту хрень сюда. Валим отсюда подальше. Ну его нахрен. Кого они там еще заспамили? Вот я смотрю, любят они схреначивать все подряд. Почему ты у меня на корточках шел все это время? Я-то думаю, у меня контр автозалипания оставили, господи. Так. Да ладно! Решил отдохнуть прямо в луже. Сегодня мой день. Я люблю эту игру. Так, ладно, план Б. Да не пизди ты мне, тут все у тебя замечательно. Да не устал, это все у тебя замечательно. Давай, пошли. Отдышка идет, нормально. Какую жопу вы меня запихнули? В следующий раз, долг, сами туда пойдете. Все, хватит с меня. Господи, Санька, а? Ох ты, Санька! Ради тебя в такую жопу я полез, серьезно. Давай, отдыхай. Поем колбаски, что ли? Выносливость хоть восстановлю. Какой колбаски? Консервы. Господи, все, я уже все, ребята, у меня крыша поехала. Ладно, пули есть. Пули есть. Тихо, тихо, тихо. С этим пока побегаем. Тут только радиэйшн хреначит. От радиации я приму, кстати, вот прямо сейчас. На ходу. Господи, где эта свобода, а? Где этот выход из этой жопы? Тихим ходом мы идем. Надеюсь, я правильно иду. Там вон переходы, какие-то дырочки, оттуда явно можно было спуститься. Слушайте, ну это ж канализация, я явно мог, по-моему, оттуда спуститься, а я, как и дебил, походу, назад пошел. Но! Там, по-моему, лазейка была, я ее прошляпил. Ой, ребят, если там действительно была лазейка, напишите мне, пожалуйста, об этом. Что у меня? Я знаю, что у меня аптечку надо хилячить. Да сохраняться, да идти относиться, господи, а. Ой. Куда нам? Так, фонарик выключай. Верните мне хоть какую-то пукалку. Ну не ножик-то.
О, кстати, напоследочек, тут у нас есть что-нибудь? Не, нет. С бизоном пока походим. АКМ дело классное, но вот пули для него, ребята, неужели реально СКС как-то вот зафигачишь, да, и пули для него постоянно находишь. Слушай, бизончик родненький, а ты у нас, по-моему, как бы пистолетные пули используешь, если не ошибаюсь. Тебя можно нехило так использовать. К слову. Давайте мы сначала придем к бармену, все ему отдадим, весь хлам. Сначала сейчас, да, ребят, сейчас по стариночке мы все продадим. Все у нас будет замечательно. Маленький автосейф, пушечка. Оружие спрячь. А, спрятал я, спрятал, господи, не вопи ты. Надо все говно продать. 105 кг таскаю, ребят, соточку, соточку, вот просто... как могу. Забирай все, что есть. Одну такую. Вот это вот я ради этого говна заползал. Химзащита. Заживление рана. Ну, слушайте. Пузыречек-то, дело говорит. Пузыречек-то неплохой, слушайте. И все. У меня в основном пушек много, да документов. На 6 косарей. Так. Ох уж эти артефакты. На самом-то деле можно ими нахреначиться, их затюнить. И будешь ходить как бессмертный без этих экзоскелетов. Ну да ладно. Браток! На горбу своем тащу, ну хотя бы на, не знаю, тысяч на 10. Я наскребу вот этого всего говна, который тебе понатягал, а. Так, значит, АК 74. Это тоже он. Забирай, забирай. Они ж тут все одинаковые, да? АКС 74. Ты этот забирай, мелкие вот эти забирай. Все, мне это не надо. А, кстати, стоп, минуточку, минуточку. Я ж еврей. Я ж просто так тебе ничего не отдам. Пульки-то не валяются! Где-то просто так. Я тебя все по очередности втюхаю. О, сколько у нас тут всего оказывается, а? Ну вот. Уже будет лучше. Уже будет лучше. А мы-то, блин, 75 тысяч у нас, слушайте, а? А где ты бабки-то взял? А, это почему вы только что артефактик-то продали, не хуйский, так, согласитесь. Так, все на минус, пикалеты эти. Это все говно. Ладно, дробь, это уже хрен с ней. Это мой пистолет, оставим. Так, кто-то мне любитель в комментарии писать по поводу СКСов. Вот, в общем, я один оставил, на всякий случай его потом в дальнейшем затюню. Вот с этим дробовиком и бизоном я тоже потом в дальнейшем все посмотрю, как оно и что кусается. Это все на потом, разбор полета, так сказать. На 5000, господи. На 5000, ну какое на 5000? 50 килограмм на 5000, да на металлолом эти 50 килограмм, да и то больше заработаю. 80, да, реально, ребят, ну вот просто берем и зарабатываем мы артефактами. В игре надо артефактами этими зарабатывать. Хорошо, что мы тогда помучились, поползли, да, мы один не взяли, но там без сева уже реально, ну никуда. Я уже не знаю, как туда попасть. Чего расскажешь хорошего? Да ничего я тебе не расскажу, открывай. Медик, медик, я иду к тебе. Время дорого. Я нашел документы. Господи, кто-то мне трезвонит. Нет у меня, занят я. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Ага, вот возьми обратно и отнеси их Азоту. Я уже рассказал, что от него так, ничего не будет. Так он ждет тебя. Хорошо, думаю я... Так, думаю, тебя заинтересует, что у меня есть. Отчеты по исследованиям. За 2000 отчеты по исследованиям. Погоди, еврея включу. Включу еврея. Так, давай-ка сейчас посмотрим.
С таким-то здоровьем? Да. Серьезно? У меня все настолько хреново. Неужели у меня все настолько хреново? Да ладно тебе, братан, все у меня нормально. По-моему, у меня все замечательно. Ладно, увидимся. Куда нам там? Что, куда они хотят? Ой, ладно, ребят, серия была реально потная. Подустал я. Реально подустала. Надо соевануться, сейчас сохранемся. Я заебался. Вот так вот, сохранить. Идеально. Ой, блин, ну эти подземелья. Ладно, ребят, большое спасибо, что смотрели. Не забудьте написать про СКС, АКС, все дела. Все, ребята, с вами был Игги. Большое спасибо, что смотрели. Скоро увидимся. Всем пока.